Очень такой жизненно важный для меня принцип, которого я всегда придерживаюсь. Если мы обречены есть, надо есть хорошо. Если мы не будем есть, мы не будем жить. Но, тем не менее, я предпочитаю не есть вообще, чем есть плохо. Когда ем, получаю удовольствие. Когда ем то, что я приготовила, я чаще всего не ем. Редко.